Соревнования посвящены Всемирному дню туризма, а еще таким образом спортсмены завершают водный сезон. Дистанция 10 километров за веслами как профессионалы, так и новички. Настроение хорошее всегда. И мы всегда рады, когда у нас очень много участников, когда у нас очень много новичков, и они с такими эмоциями доходят до финиша. Ну вот, вот когда они приходят, улыбаются, говорят, здорово, вот, вот это вот, для этого мы и проводим. Я первый раз услышал, честно, по этому соревнованию. Участвую, ну, для коллективизма, себя попробовать, испытать, на что мы способны. Руки вообще устали, забились с непривычки, да? Удовольствие вообще огромное. Очень понравилось. Первый раз вообще участвую. Я на лодке тоже, ну, третий раз, наверное, плыву, иду, что там на них делают. Было интересно. Всем советую поучаствовать. Организатор соревнований – Абаканская спортшкола по туризму. В этом году она устраивает юбилейные 20-е гонки. И с каждым годом состязания становятся все популярнее. Например, в первый год было всего 3 участника на надувных лодках. Сегодня собралось больше 50 водных гонщиков. Разнообразие плавсредств тоже увеличивается. Это и сабборды, паркрафты, катамараны и другие. Сергей Маналтаев, который любезно согласился взять нас на борт в своем классе судов, пришел к финишу первым. Первое место. Пытался все время занять первое место. У меня получалось второе, третье. Сейчас первое. Принять участие в гонках может каждый. Для этого потребуется плавсредство, любое, главное, на веслах. И желание провести день весело и с пользой. Мария Мишнина, Дмитрий Щеглов, РТС.